Власти США выдвинули против бывшего президента Дональда Трампа обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Дать показания в федеральном суде Майами он должен будет уже на следующей неделе. По данным CNN, экс-президенту было предъявлено обвинение по 7 пунктам, среди которых нарушение закона о шпионаже и воспрепятствование правосудию. Сам политик вину отрицает. Отмечают, что Трамп станет первым в истории США бывшим президентом страны, которому будут предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры.